Официальное открытие клуба единоборств «Варяг» на базе Федерации смешанного боевого единоборства ММА города Новомосковска Тульской области. Легенда смешанных единоборств. Федор Владимирович Емельяненко. Дорогие друзья, ну это, конечно, большое событие, радость для детей, для спортсменов, для нас, открытие этого зала. И, конечно, мы хотели бы поблагодарить администрацию города Новомосковска и всех, кто оказался причастным. Будут ребята здесь заниматься, дети, будущие чемпионы. Но для нас важнее, конечно, чтобы они были достойными людьми. Ребятам, которые дети заходят в этот зал с первых дней, объяснять, что они будут владеть большой силой, знаниями, вот, и, конечно, не использовать вред, во славу нашей жизни, вообще-то, честно. Должны здесь рождаться еще звезды, которые будут прославлять Россию. Алексея Калинина знаем, что он был основателем, он был идейным вдохновителем, он открыл, собственно говоря, клуб «Варяг». Хотелось бы выразить благодарность директору ООО «КАП Гипскнауф» Макееву Анатолию Васильевичу за предоставленные строительные материалы. Гипскнауф нам помог очень сильно с ремонтом. Отдельное спасибо Чавусу Роману Николаевичу за активное участие и всестороннюю поддержку. Наш титульный спонсор – это ООО «Щекино Азот» и лично генеральному директору Соколу Борису Александровичу. Борис Александрович, спасибо вам большое, что вы радеете за подрастающее поколение. Развиваете спорт в Тульской области и даете возможность ребятам заниматься любимыми видами спорта абсолютно бесплатно. Let's tear it down.